мама и дочь Эльза играют в воде. Ой, град! Это очень опасно! Так страшно! Нет! Дом Эльзы! Солнце встало! А что же с домом? Дом разрушен, мамочка! Но не грустите! А, точно! Приведем в порядок старый дом. И построим новый. Стены будут окрашены в розовый цвет. Далее входная дверь. Очень мило. Что будет в спальне? Заклинание? О, милая кровать для мамы. Одеяло и подушки тоже такие милые. И такая же кровать с заячьими ушками, усыпанными камнями для Эльзы. Наконец-то красивая детская кроватка с розовым бантом. Прекрасно! Как мило! Дальше. Гардеробная с туалетным столиком. Зеркало. Стул. И шкафчик для париков. В ящике будут духи. Коробка для макияжа. И много помады и теней. Готово! Как мило! Последнее будет... Гардеробная. Шкаф мамы. Гардероб прекрасной Эльзы. И для малышки. Сложите вещи аккуратно в шкаф. Круто! Мама и дочки, скорее домой! Ой, так красиво! Какая прекрасная новая спальня! Эльза полежит немного, мамочка. Даже малышка хочет прилечь. А вот и плюшевый мишка. Что в гримерной? Верно, мама Эльза нанесет румяна. Добавьте духи. Ой, малышке очень нравится. Мамочка, детка, попробуй новые прически. Эльза тоже хочет попробовать. Они так рады. Круто! Скорее в раздевалку. Раз, два, три шкафа. Шкаф мамы. Почему он такой пустой? Шкаф Эльзы тоже. А, мама знает, что делать. Thank you.
Абракадабра! Ой, так красиво! Какая красивая мамочка! Они очень счастливы! Любите друг друга! Пока-пока! Уже утро? Просыпайся, Рагель! Ой, она такая страшная! Начни день с красивого лица! Барби! Привет, Барби! Сейчас утро! Привет, девочка! Ой, Барби все еще не может позволить себе освежить лицо. Это школьница Барби. А вот и Ракель и Ники со свежими лицами. Ой, Барби, осторожно! Девочки плохие! Сегодня Барби признается Кену в любви. Это парень мечты каждой девушки. Но нравится ли Кену Ракель? Барби будет очень грустно. Они выражают так много любви, правда? О, нет! Что делает Ракель? Будет ли она запугивать Люси? Привет, Люси! Ты такая бедная и уродливая! О, нет! Тарелка Люси с едой! Она только что была здесь! Это? Нет, не может быть! Люси! Люси! Не плачь! Поедим вместе! Спасибо, Барби! Барби, для тебя есть работа! Следуй за Кеном. Барби, поможем Кену убраться в доме. Ой, наша девочка трудолюбива. Давайте учиться у Барби. Молодец, Барби! Не забудьте прийти сегодня на бал. Спасибо. Бал начался. Все просто великолепны. А эта девушка? Это Ракель, ребята! Давай потанцуем со мной! Что это значит? Это... Ой, Барби! Это снова Барби! Ах, Ракель упала! Какая жалость! Кен подарит Барби новое платье. Здорово! Это платье Барби. И еще один секретный подарок. Ой, лицо с улыбкой. Барби так долго этого ждала.
Спасибо, Кен. Бал официально начался. Хорошо вам провести время.